Тренер Аслан Агаев. Эльмира, серебряный призер первенства Европы среди молодежи. На ковре А. В предыдущей встрече победила Ханум Велиева. И сейчас на ковре заключительная встреча, восьмая. Встречаются Ирина Пасечник, Елена Перепелкина. На ковре Б в синем трико борется Интя Криста, Румыния, Бухарест, мастер спорта. Тренеры Николай Стоянов, Петр Туарко. Криста — победительница первенства Европы среди юниоров. На ковре А. Спортсменки тяжелой весовой категории 75 килограммов. В красном трико Ирина Пасечник, Украина, город Херсон. Тренер Виктор Лушников. Серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих. И бронзовый призер чемпионата Европы до 23 лет. В синем трико выступает заслуженный мастер спорта из команды России Алена Перепелкина. Одна из ветеранов по женской вольной борьбе в России. Тренеры Лысенко, Перепелкин, Перовский, Сиров. Чемпионка Европы 2006 года. Неоднократная чемпионка России. Чистую победу одержала Алена Перепелкина, Россия.